Приветствую вас, братья самогонщики, вы на канале Самогона Че Гевары, и сегодняшнее видео будет посвящено новичкам. Перегонка браги, как правильно собрать самогонный аппарат. Это мой брат Юра. Ты имеешь к самогоноварению какое-нибудь отношение? Пока не имеет, поэтому он не знает, как что гнать. Вот сегодня я буду учить его, ну и также буду все показывать вам. Итак, поехали. По статистике, при ректификации самогонщики не добирают до 10% товарного спирта. Можно ли что-то с этим сделать? Да, для этого придуман нижний узел отбора хвостов. Нижний узел отбора хвостов от ростовского винокура сделан из нержавейки IC-304. Высота узла всего лишь 26 мм, что позволяет использовать его в составе колонны даже при очень низких потолках. Внутренний диаметр узла 42 мм, расстояние между стенками 1,5 мм, что позволяет избежать эффекта бутылочного горла и, как следствие, захлеба колонны. Выбор очевиден. Ростовский винокур. Ростовский винокур – это высокое качество и низкие цены. Перегонный куб кастрюльного типа. Внутри есть шкала, максимально 35 литров в него залить. Но 35 литров браги мы, конечно же, не будем заливать. Заливать нужно всего лишь 30 литров браги для того, чтобы не было брызгоуноса. Брызгоунос — это пенообразование, то есть брага, когда кипит, образуется пена, и частицы этой кипящей браги забрасываются в отбор, то есть в ту емкость, куда мы будем собирать спирт-сырец. Спирт-сырец от этого становится мутный. Критично это или нет? Нет, это, конечно, не критично, но все равно до этого доводить не нужно. Поэтому наливаем всегда в 37-литровый куб 30 литров браги. В качестве нагрева будет у нас вот такой 3-киловаттный ТЭН. ТЭН — это очень хорошая история, потому что ТЭН — это всегда прямой нагрев, в отличие от индукции или от обычной плитки. Ну, естественно, КПД у него больше, разогревается он быстрее. То есть одни плюсы. Опять-таки, я все это говорю про сахарную брагу. Я еще вам сказал про спирт-сырец. Спирт-сырец — это продукт, который получается из браги. Пить его категорически не рекомендуется. Со спиртом, сырцом мы будем потом еще работать, и это будет уже во втором видео. Итак, сейчас перво-наперво ставим ТЭН и наливаем в куб брагу. Современные самогонные аппараты сделаны на кламповых соединениях. Это очень удобно. То есть все быстро собирается, быстро разбирается, ни одно соединение. Никогда у вас не потечет, ничего не будет травить. Итак, для начала одеваем вот сюда такую прокладочку на ТЭН. Ну, а дальше ТЭН уже пристегиваем вот сюда к кубу. На прокладочке есть пазы. И пазы есть на ответных сторонах клампа. То есть нужно, чтобы все совпало. Да, все совпало. Все совпало. Теперь пристегиваем кламповый хомут. Сильно зажимать не нужно. Ну, от руки до конца. То есть никаких дополнительных ни ключей, ничего мы не используем. Все. А когда ТЭН подключили, второе, что нужно сделать, это, конечно же, проверить, закрыт ли кран сливной. Потому что первая ошибка всех самогонщиков — не проверяют, закрыт ли этот кран. Кран остается открытым, и они начинают лить брагу. Ну, естественно, брага потом выливается на пол. У нас 30 литров сахарной браги, она уже отыграла неделю назад. Брага довольно-таки неплохо осветлилась. Все, сейчас мы брагу просто переливаем в перегонный куб. На дне остался у нас дрожжевой осадок, сливать его в куб не нужно. Просто вот это, опять-таки, в канализацию не нужно сливать, это нужно слить в отдельную банку, оно отстоится, и потом в следующий раз, когда будете брагу
перегонять следующую, будете уже использовать эти остатки осветленной браги. Ямальские самогонщики настолько суровые, что прямо в перегонном кубе варят суп из СПН-ки. СПН от компании «Нефтегазфильтр». Отличное качество по вкусной цене. Крышка к кубу пристегивается вот такой хомут. Используется вот такая прокладка для уплотнения. Кстати, вот эта прокладка разработана LuxStyle. Очень хорошая, то есть она не одевается ни на борта куба, ни на отбортовку крышки, то есть она отдельно съемная. И когда вы будете поставите сюда крышку, будете зажимать хомут, то хомут не будет никак соприкасаться с прокладкой, то есть никак ее никогда не повредит. Все, давай крышку. Так, крышку прикладываем ровненько. И теперь застегиваем хомут. Да. Вот смотрите, здесь у меня хомут не разрезной, то есть он цельный. Лучше, конечно, брать вариант с разрезным хомутом, но, в принципе, и этот хомут вполне все нормально держит. Когда вы уже пристегнули крышку к кубу, то, в принципе, можно уже будет включать ТЭН, чтобы брага начала разогреваться. Давай, Юра, включай автомат. Итак, начинаем собирать охлаждающую систему. Здесь холодильники, узел отбора из комплекта самогонного аппарата «Экономка» производства мастерской «Вечный зов». Здесь все на клампах. Вот такой холодильник. Внутри не трубки, внутри спираль Гимрота. Видите, ее видно. То есть спираль вот так сделана. Один контур, вход, выход. Есть у нас еще вот такой дополнительный холодильник. Это уже трубчатый холодильник. Кожухотрубный. Вот такой узел отбора. Здесь и по жидкости, и по пару использовать мы будем для перегонки браги. Конечно, отбор по пару. Так, все, как вы видите, на клампах. Сейчас соберем, и потом я уже вам покажу, как подается вода в холодильнике. Дом Спир 2. Обновленный куб. Настоящая 3-дюймовая колонна, в состав которой входит царга с медными тарелками. Супер мощный дефлегматор. Кожухотрубный доохладитель на мини-клампах. Скорость отбора 2 литра в час. Перегонки браги всегда желательно использовать в составе колонны, через которую вы будете перегонять медь. Можно поставить медные ПЖРПН. Но вот смотрите, мы примем такое решение. Мы поставим вот эту колонну. Здесь есть 3 медные тарелки. Почему мы еще ее поставим? Потому что если поставить просто холодильник на куб, то он получится вот под таким наклоном. Будет работать неэффективно. Поставим колонну. Колонна будет на некотором возвышении от куба. И холодильник ставит вот так, строго вертикально. Итак, сейчас все собираем и потом все покажу вам. Итак, смотрите, что у нас получилось. На кубе стоит колонна. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 тарелочек. 3 нижние тарелочки у меня медные. Как я вам уже сказал, при перегонке любой браги нужно использовать в составе медь. Ну и плюс на тарелочках я покажу вам потом барботаж. То есть будет идти еще и укрепление. Это тоже плюс. Так, сейчас мы подключаем воду. Видите, на холодильнике я уже поставил быстросъемы, то есть вода подключается легко. Подача воды всегда подключается снизу, то есть вода идет снизу и выходит сверху, чтобы холодильник не завоздушился. Ну, конечно, поставим еще регулировочный игольчатый кран. Сейчас все подключу и покажу вам. Так, вот эти 2 узла отбора по пару и по жидкости я, естественно, закрыл. Это будем использовать при второй дробной перегонке. Вот таким образом все собрали. Не обошлось без синей изоленты, конечно же. Вот этот шланг подачи холодной воды, он оказался диаметром на 12, а здесь кран на 10, то есть не входит сюда. Поэтому пришлось вот через такую трубочку все это приколхозить. Вот
5-литровочку вот так пришлось тоже приколхозить. Не оказалось у нас в комплекте. Ну, то есть я не привез силиконового шланга. Вот нашли буквально там кусочек 10 сантиметров. Ну, так при первом пуске всегда так бывает. Прикупим потом силиконовый шланг там. Вот здесь надо будет что-то более-менее так переделать. Сейчас температура в кубе 85 градусов. И, в принципе, сейчас вот колонна уже начала прогреваться. Видно, вот видите, уже есть вот такие капельки запотевания в верхней части. Так, здесь еще холодный. Вот это колено холодное. То есть сейчас прогреется буквально еще 10 минут, и все, пойдет отбор. Сколько воды нужно подавать в холодильник? Подаете воды столько, чтобы на выходе продукт был в пределах там 30 градусов. Выше делать не нужно. Вот этим игольчатым краном я и отрегулирую расход воды в холодильник. Видите, вот уже флегма начала стекать. То есть пар поднимается вверх. Вот здесь он, воздушная дефлегмация, охлаждается, превращается в флегму и попадает на тарелочки. Сейчас вот даже через какое-то время мы уже на нижней тарелочке увидим такой хороший барботаж. Видите, он уже начал образовываться. Алтайский винокур – это десятки готовых наборов для наставления по очень вкусной цене. Здесь есть все – от классической смородины до экзотической томьян. А еще подарочные наборы, которые не стыдно будет подарить даже бывалому самогонщику. Акции, скидки, раздача слонов, подарки. Если вы покупаете товары на 1950 рублей и больше, доставка по Российской Федерации бесплатна. Ну и, конечно же, дополнительная скидка в 10% по промокоду Че Гевара. Переходите на сайт Алтайского винокура и выбирайте себе самые вкусные настойки. С 30 литров браги получилось 10 литров спирта сырца. Спиртуозность здесь в пределах 25-27. Нужно будет сделать еще два перегона браги. То есть сейчас с куба сольем борду, заливаем следующую порцию, перегоняем. И когда будет уже 30 литров спирта сырца, можно будет залить его в куб и начать вторую дробную перегонку. Но это будет уже в следующем видео. Ну а пока, братья самогонщики, на этом все.